В своей волонтерской деятельности ребята из отряда «Имкнение» занимаются разной работой. Сегодня трудовой десант прошел на одном из старейших исторических мест Бреста, на Тришинском некрополе. Цель комплексная – студентам и школьникам интересно узнать об истории родного города и вместе с тем навести порядок на захоронениях. Сегодняшнюю свою трудовую акцию мы начали с маленькой экскурсии для ребят, для того, чтобы они знали и понимали всю ценность того места, где проходит вот сегодняшняя наша уборка. Ребята, несмотря на то, что у них сегодня каникулы, с удовольствием приходят и помогают своему родному городу. Для представителей молодежного объединения трудиться на благо родного города не в новинку. Благоустройство территории, благотворительность, помощь старикам и инвалидам. Волонтеры из «Имкнения» всегда в гуще событий. Когда ты понимаешь, что ты убираешь вот такие вот памятные какие-то места, ты ощущаешь какую-то гордость, во-первых, за себя, и во-вторых, за то, что ты чтишь эту память, что ты просто помогаешь. Это очень, очень важно. Любой труд крут, считают ребята из волонтерского отряда, и всегда находят себе фронт работ. Было бы желание. Ирина Шойдорт, Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.